Все папы обычно что-то чинят. Посмотри, здесь поломанные предметы. Давай поможем папе починить предмет. Смотри, какая у меня половинка? Это половинка автобуса. Куда эту половинку нужно деть? Показывай скорее, что чиним. Да, чиню автобус. Отлично. Дальше давай смотреть. Так, вот такая половинка. Что это за половинка? Половинка рюкзака. Где у нас рюкзак? Показывай. Вот, верно. Чиню рюкзак. Починили. Дальше давай смотреть. Чего это у меня половинка? Это половинка тумбы. Где у нас тумба? Вот, конечно. Чиню половинку тумбы. Угу, отлично. Дальше. Смотри, чего половинка? Это половинка кастрюли. Верно. Где у нас тут кастрюля? Показывай скорее. Вот. Чиню кастрюлю. Хорошо. Дальше. Смотри, тут половинка утюга. Верно. Где у нас тут утюг? Показывай скорее. Вот. Чиню утюг. Так. И осталась у нас вот такая половинка. Половинка ножниц. Чик-чик. Где у нас тут ножнички? Вот, конечно. Чиню ножницы. Отлично, мы справились. Класс!